Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadowfight 3. Ну, поехали. У нас зимняя лихорадка, напомню, для тех, кто не знает. И следующий враг у нас будет игра, ну, показывай быстрее. Раунд 1, кто у нас? Колючий, ага, с когтями. Что за бой? А, бойные очки у нас, понял. Хорошо. Ну, если кто не знает, ребят, бойные очки — это означает, что нужно как можно больше нанести ему ударов. Ага, отлично, 3-0 мы пока ведем. Ну, иди сюда, родной. Я так и знал. Я так и знал, что он будет комочком. Сейчас мы это дело быстренько... Упс, вот так это все делается. Слушай, а что за фигня такая? Я не могу его пробить. Да ладно. Оу, а это было подло. Это было подло. Так, за это он должен ответить. Так, 3-2 еще... Тихо! Звездец, приплыли, по-моему, ребят. Я потерял свою глефу. Эй, да куда ты разогнался, родной мой? Опс, опс. Так, 5-3. Ай, сравнял как бы с расчетом он, а? Ладно, не беда. Блин, а. Слушай, угомонись, а, пожалуйста. Колючка. Ну что ты будешь делать, а? 5-7. Он ведет. Ага, уже 5-8. Отлично, просто я вам скажу. Ага. Давай еще, еще. Вот так вот. Да, ну это предсказуемо, ребят. Это для меня не новость. Жалко, конечно, что я теневой удар пропустил. Ах, из-за того, что он в этом снежке был. Ну, ёпрсты, ты так будешь долго издеваться надо мной, а? Колючка. Сдался бы ты сразу, а? Без проблем бы все было бы. Ну? 10-7. Так, тихо, может быть... Ах ты, ядрить тебя макарить. Ребят, я проиграл, оказывается. За временем не просмотрел. Хорошо, ладно. Давай далее, давай далее. Ёпро, оу. Жестко ты начал, братюня. Да хорош ты уже. Я его не могу пробить, ты представляешь? Я просто не могу его пробить. 5-0, 6-0. Да успокойся ты. Оборзел, 8-0, ёпрсо ты. Давай, еще и теневуху тут употреби. Упс. Ага, не тут-то было, дядя. Ну-ка, давай-ка. Упс, ага, подловил. Подловил, блин. Ну да, счет-то неплохой. 1-9, точнее, 1-10, 1-11. Ух, ребятушки, мы вроде бы немножечко выравниваемся. 3-11. Ладно, сейчас, секунду, секунду. Я только разогреюсь, и все будет хорошо у нас. 5-11 уже. Да ядрить тебя на корень, почему я-то не могу его бросить? Что за херня? Так, а... блин. Ну тут... не знаю, ребят, я уже сомневаюсь, что хотя бы сравню счет. Так, тихо. Не любит. Смотри, только я начал прыжки делать. Ху-ху-ху-ху. На-ка. Промахнулись. Да пошел ты отсюда. Да что ты... Ты смотри, он предугадывает мои удары. Просто-напросто предугадывает мои удары. Все причем. Ну-ка. Ой, ребята... 15 секунд, очень мощный отрыв. Боюсь, я здесь сдуюсь. Но я буду драться до последнего. Эть! Да ну нафиг, такого быть не может. Да, ребята? К сожалению, я здесь продул. Ну что ж, будем дальше играть. Я, конечно, не уверен в своем выборе, но попытка есть попытка. Ну-ка. Знаете, почему... Я считаю, что Сай здесь лучше всего подойдут. Да-да-да, потому что они наносят большое количество ударов сразу же, за раз. Упс, а вот это плохо, когда промахиваешься. Да-да-да. Ну куда ты, родной? Ножки-то свои тут выпячиваешь. Вы посмотрите счет, ребятушки. Посмотрите счет. Оу. Сейчас ему не поздоровится. Смотрите. Так, а теперь... Ай, откатился гаденыш. Ну конечно, только комочком и может он драться. Иди сюда, голубчик. Попал. Попал. Так, 24-4. 25-4. В мою пользу, естественно, ребята. Ой, ой-ой-ой, как было сейчас неудачно. Ребята, неудачно было. Ладно, я держусь. Я держусь. Слушай, да что за фигня-то? Блин, не могу пробить. Спокуха. Ага, вот так он делает. Ладно, опс, а вот это зря. А вот это ты зря сделал. Ай, знаете, в чем проблема? Когда мы делаем с вами... Понятно. Серию ударов, мы ее прекратить не можем. Оу! Нихера, я у него... Я когти ему выбил. Оу!
Роднуля? Пока, я тебе скажу. Да-да-да. Ну, иди сюда. Твою задницу, а? На. Да ты смотри. Что твори... Слушай, ты достал уже колючка. Вот серьезно тебе говорю, достал уже в корень. Ну да, конечно, а? Получил свое? Так, я тоже поставлю. Ну, иди сюда. Все, ребята, он сдулся. Победа за мной. Я же говорю, Саи это вещь. Тем более против таких, как колючка. Ну, а теперь давайте посмотрим, что нам достанется. Понятно, перк, это удар в спину. И униформа охранника. Ну, естественно, ребят, ничего хорошего здесь ожидать и не приходилось. Следующий бой у нас через 5 часов. Ну что же, придется, ребятушки, немножечко подождать. Но зато мы все это делаем в склеечку. И, как говорится, все очень даже хорошо. Нам остается только лишь 10 очков заработать. И мы с вами получим бустер-пак. Ну что же, увидимся чутка попозже. Ну что же, ребятули, давайте посмотрим, кого нам дадут на этот раз. И это у нас опять Талый, но в этот раз он уже с посохом. Понятно. Ага, ой, как не повезло тебе, братюня. Ты уж извини, ага, вот. Видно, я рано радуюсь. Так, тихонько, тихонько, не надо. Так, давай, рейчик, отступаем. Успеем, да? Успели. Ха-ха, поехали. Да чтоб тебе, да попадись ты, гад. Ладно, хотя бы так, для начала. Ой, ой, как ему бобо. Ребят, теневуха у меня. Поехали. Слушайте, да у него, смотрите, какой колоссальный урон от теневухи идет. Все, пардончи, но Талова, наверное, больше нету. Хотя нет, вру. Это был только первый поединок. Фух, собрались силами, второй. Если так же хорошо пойдет, то мы быстренько его уделаем. Ага, противник восстанавливает здоровье, вот оно что. Ха-ха-ха. Ну давай, хлопчик. Опс. Так, хорош. Это уже, ребят, специально все сделано. Хе-хе-хе. Я смотрю, не нравится ему, да? Не нравится ему этот мой суперудар. Куда ты, красавчик? На-ка, подавись. Ай, подловил таки подлец. Ладно, комочки нам не страшны. Вы знаете, что мы их перепрыгиваем. И... Упс. Тихо, не надо, блин, да что ж ты. Рэй, хорош глупить. Вот. Вот так вот дальше и действуй. Блин, а как ты так быстро делаешь, комок, эй? Талый, ты не припухли? По-моему, пора из него, ребята, сделать супец. Тихонько. Блин, смотри, как он блокирует. Ай-яй-яй, вот это было больно. Я его вообще не могу пробить. Вот меня чем удивляет вот этот вот... Промахнулся? Вот тебе, за это наказание следует. Ай, сейчас был бы добивочный, ребята, к сожалению... Ты задолбал восстанавливать здоровье себе по чуть-чуть. А, Талый? Ну, естественно, ребят. Этот бот непредсказуем, если честно. То он может проиграть, он может... О, также и выиграть. Фух. А я его все-таки уделал. Да. Легендарный спецприем очень хорош. Ну что же, ребятули, что мы с вами получаем? Давайте посмотрим. Ой, опять униформа охранника. Лажовая это. И что там еще? Крошащие челюсти. Ерунда, короче. Сезон окончен в плане. Вот оно что. Ну, я в последнее время давно уже не набиваю рейтинг, поэтому, ребят, для меня это как бы не показатель. Но, тем не менее, заберем награду, посмотрим, что у нас тут. Бустер-пак лиги, воин. Я так понимаю, самый-самый начальный, да? Ладно, покажи, что тут есть. Ага, маска, оу, щипок. Заморский тюрбан, ну, все-таки неплохо. И 60 рубинов, что самое главное. Участвуйте в дуэлях, это все понятно. Давай-ка мы посмотрим, что у нас вот здесь вот. Так, секунду, я ничего получить не могу. А что ж тогда показывало-то? Пси, странно. Может быть вот здесь вот что-нибудь? Оу, нам 3 очка нужно заработать, ребята, и все будет хорошо. Это, то есть... 3 дуэли сделать. Слушайте, наверное, мы сейчас пойдем с вами на дуэли и немножечко подеремся. Так, что у нас тут сейчас выпадет? Давайте-ка глянем. Нунчаки, коса, лук, монеты и теневая энергия. Ладно, но самое главное для меня — это 3 боя в дуэлях. Поехали, будем смотреть, кто нам достанется. А ну-ка, покажите мне.
Арима 240. Слушайте, ну у него теневая уронка будет побольше, чем у меня. Посмотрим. Арима 240. Воу. Сабелька. Ох, тихо. Начал неплохо. Так, тихонько. Начинаешь опять тут выезживаться, да? Хер пробьешь. Тихо. Ты посмотри. Ты посмотри. Только начали драться, он у меня уже ползаруй отобрал. Ой, как же хорошо сейчас было. Повторить бы, конечно. Ох, все, ему кранты, ребят. Эть. Сладко получилось, согласитесь. Причем довольно быстро. Так, ну что, 1-0 в мою пользу. Погнали, далее. Сейчас, кстати, бот наверняка психанет. А может быть и нет. Ага, не повезло тебе, родной, да? Хотя он теневуху. Ёб просто, нифига. Я вам говорил, ребят, теневой урон у него будет офигенный. Опс. Отлично. Давай еще разок. Ай, хорошо. Ну-ка. Слушайте, он, по-моему, наш. Добивочный будем делать? Ох ты, жулик. Тихо. Вот так вот, ребята. Слушай, я уже хотел сказать, что мы продули. Нет. Все-таки удар прошелся по нему. Ладошкой причем, ребят. Ладно. Одна серия побед у нас есть. Ну что же, еще две осталось. Поехали. Ну тут понятно, мелочь все это. Что нам тут? 1170 достаются голды. Ну, раундом ноги. Так, давай-ка посмотрим. Ну, ребят, здесь ничего хорошего нам не достанется. Так, давай-ка вот этого мы заберем с вами. Ой, еще копить и копить. Да ладно, никуда не денется, все равно накопим и посмотрим. Ну что же, давайте-ка, наверное, ребятули, мы с вами... А что мы с вами можем сделать? Поставим, наверное, тройной выпад. Ну, мой любимый все-таки. Хоть и этот, конечно, неплох ударчик, но все-таки мне тройной выпад больше нравится. А здесь у нас ничегошеньки, ребята. По колодам пока пусто все. Кого дадут-то нам? Смотрим. Валса. Ё-моё, теневой урон 108. Да и по мощам он сильнее меня будет. Хм. Ладно, ребятушки. Нам, как говорится, не впервые драться. Ё-парасете, с Нагинатой. Ненавижу Нагинату, ребят. Честно скажу. Ненавижу... Упс, упс. Не, роднуля. Полежи, камалька. Да ладно, ты такой мощный. Да, здоровье у него убывает очень херовенько. Вот гаденыш, отвлекает меня, а? Провоцирует, так скажем, да? Валса, хорош уже выделался. Дай мне тебя победить. Ох, ядрить тебя на корешок. Ты что делаешь, братишка? Офигеть, он мне прописал. Угу. Я уже, кажется, вижу результат. И Нагината моя. Ой, Нагината, я просто уже все заговорился. Глефа, конечно же, Глефа улетела в никуда. Ну что же, он открыл счет, да, значит, 1-0 у нас. Ну, я пока разминаюсь, вы сами понимаете. Понеслась родная. Упс. Да успокойся ты, а. Все, Валса, тебе не жить. Ха-ха-ха. Прощай, Америка. Так, нельзя, нельзя, ребята, ему давать слабины. Упс, пардонче, родной. Сейчас, секунду. Месть, она моя, жестокая, я бы так сказал. Так, тихонько. Теперь не выеживаемся. Давай, шагни. Вот, ты сделал правильный шаг и в правильную сторону. Да ёпрсте, ты достал уже. Хлопчик, хлопчик. Пора тебе, мальца, отдохнуть, по-моему, а. Ну давай, иди сюда, хлопчик. Ну, ать, дурила картоновая. Два раза наступает на те же грабли. На, за это тебе. Опс, не понял. Во. Фух. А ведь опасно было. Было очень, ребятушки, опасно. Ну что же, мы сравняли с вами счет. Третий раунд у нас решающий. Я думаю, он сейчас будет в гневе. Очень в гневе. Дурила деревянная. Так, ладно, хорошо. Ух, мне второй раз повезло. Так, пора его, ребят, казнить. Опс, а вот это было плохо. Вот это плохо, это не считается.
Да иди ты в пи... Да ладно тебе, ну как он может с двух ударов снести пол хп, блин? Припух, что ли, совсем уже, а, в корень. Отвали. Ну, а! Шагни, шагни. И ты увидишь счастье. Ребят, просто... Ой, нет, только не теневой, только не теневой, нет, 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 нет. Да, 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 да. Без слов, ребят, без слов. Лолита, девочка моя, 1978 год. Ну что ж, посмотрим. С Глефочкой тоже. Красава, уважаю. Но, к сожалению... Тихо, тихо, девчуля. Ты же что, не знаешь, что это папочка? Тихо. Ты смотри, что делает. Все, по-моему, тебе конец. Да, ребята? Первый раунд за нами. Причем довольно так легко. Рассыпалась она практически у меня на Глефе. Ладно. Может быть, это просто первый раунд был такой. Фух. Поехали далее. Вот тихонечко. Да, ребят, вот я о чем вам и говорю. Что первый бой — это не показатель. Показатель — это победный бой. Вот, типа такого. Так, ага. Но теневой удар у нее. Во, ребят, вот сейчас будет хорошо, смотрите. Ой, ой, как же замечательно мы ее прополсовали. Да, ребятушки. Так, это у нас какой там бой-то выигрышный? Второй, по-моему, да? То есть нам еще нужен один бой. Ладно, не беда. Я думаю, сейчас мы быстренько с вами его сделаем. Монетки, все это понятно. Так, сразись в дуэли, выполнено. Ну, естественно, заберем награду. Это само собой разумеющееся. И, пожалуй, мы сделаем с вами заключительный третий раунд. Поехали. Кто нам достанется? Вот мне интересно просто знать. Ну-ка, смотрим. Это Ксленд. Слушайте, он у меня мощнее и по теневой, и по мощам. Сленд. Интересно, что у него за... Блин, опять Нагината. Ё-моё, я не знаю, меня прям Нагината в последнее время вымораживает больше, чем, наверное... Тихо. Чем этот, как его? Меч-то этот самурайский, я уже забыл, как он называется-то. Тихо, да что ты не приседаешь-то, олух? Царя небесного, ну... Давай. Так, отлично. Ой, слушайте, ребят, по-моему, я его сейчас ухоркаю. Так, не расслабляемся. Ой, ох ты, какой паршивец, а? Он прям паршивец паршивцев. Ну-ка давай, иди сюда. Да, и теневой удар он, конечно, зря потратил. Ну что же, тройной выпад очень хорошо работает. Главное сейчас во втором раунде победить и забрать нашу долгожданную награду. А это бустер-пак, уникальный причем. А ну-ка себе, сынок. Иди сюда, иди к папочке. Молодец, красава. Ой, я не это хотел сделать. Я думал, что я сейчас пропишу им. Все, блин, понеслась, блин. Он не даст... Он мне сейчас не даст воспользоваться теневым ударом, да, ребят? Попал, как говорится, я в немилость. Слушайте, ну если я сейчас третий раунд также обосрусь, то я обосрусь. Поехали. Ну. Так, отлично. Ёб простынь. Какой я? Отлично. Он мне прописал. Я думал, что я. Вот так вот. Вот так вот бывает в жизни. Слушайте, ну у меня уже здоровья-то мало. А ну-ка иди сюда, красавчик. Ать! Молодец. Слушайте, мне бы Нагинату выбить ему. И я был бы уже... Тихо. Да ёб просто забыл совсем про эту... Погоди, как это? Как он? Эй! Как ты мину мою обошел, засранец? Есть. Получил в бубен. Слушай, ребят, я не буду лезть на рожон, пускай он сам ко мне подходит. Ну его нафиг. Во, вот это молодец. Ать, как хорошо. Тихо, блин, это опасно. Это, ребят, по-моему, кранты мне. Сейчас, секунду. Фух. Мне просто фартануло. Вот честно вам скажу. Если бы он перепрыгнул или что-нибудь там сделал такого незаурядное, я бы погиб. Ну а мы с вами победили. Как говорится, хвала рандому. Нам остается только забрать наши награды. 1170, ну это все понятно. Ага. А ну-ка, порадуй-ка меня, сундучок дуэлей. Да я уже вижу, что там ничего нет, ребят. Так, крестьянский гуандао, спринт, 5 рубинов. В общем, как всегда, мимо кассы.
Угу. А здесь у нас что? Ага, спецприем я выполнил. Ладушки. Слушайте, интересно, а мы выполнили? Да, по идее, должны. А ну-ка посмотрим. Да, забираем награду. И что же нам, интересно, выпадет? Воу, уникальный, на страже праздника. А ну-кася, давай посмотрим. Поехали, так. Бомбочки улучшенные. Смотрю, легендарная карта корячится. Смотрите, моргает. Что это такое? Так, метатель ножей. Легендарный спецприем, цепной нож. Дальше у нас идет доспех морского дьявола. Ну, это ерунда. Потом у нас идет шелковая феска. И вот самая главная карта, ради которой я дрался, это, оу, ледяной жнец, уникальная кусаригама. У меня вообще нет кусаригам, поэтому, слушайте, я хочу взять. Посмотрим, насколько она мощная. Так, секунду. Слушай, по-моему, она нифига не мощная, да? Она очень, я бы даже сказал, слабенькая. Сейчас проверим. Так, ну вот, у меня оружие, смотрим. Ёпарасоте, да ладно. Ой-ой-ой-ой-ой, как она... Так, что мы можем с ней сделать? Мы можем ее заточить. Хм. У меня есть... Ага, спецприем есть, даже эпический есть перк, да? Поводок. Хорошо, следующий у нас будет интерференция. Погоди-ка, давай-ка вот так вот сделаем. Угу. И перезарядку я поставлю. Надеваем и будем сейчас затачивать. Честно говоря, не знаю, насколько хватит. Ну, вольем, наверное, всю теневую туда, да? Что у нас есть? Ага, уже хорошо. 4200 и еще разочек. Все, ребята, больше не могу. Так, посмотрим. Секундочку. Хочу просто глянуть. Блин. Ну ладно, фиг с ним. Пускай будет. Я таким видом оружия не дрался. И хочу, естественно, посмотреть, как оно в боевке. Начнем, ребята, с вами, естественно, с легких миссий. Мне нужно хотя бы посмотреть, на что это оружие способно и что оно делает. Так, какое там управление, я не понял. Обратное получается, да? Так, смотрим. Угу. Слушай, ну... Мне нравится пока. Тихо. Ага. Но не забываем, ребят, здесь враг очень легкий. Поэтому это как бы не показатель этого оружия. Но тем не менее мне дает какой-то шанс испробовать, понять, почувствовать его. Потом, наверное, мы сходим с вами на дуэльки. А может быть и не на дуэльки. Посмотрим. Так, хорош, родной мой. Упрямый наблюдатель. Ёпарасоте. Если бы уровень сложности был бы хотя бы сложно или эксперт, я бы, наверное, тут уже давно бы валялся бы в кустах. Ну-ка, шагни, отлично. Слушайте, ну, не знаю насчет крита, но пробивной... Ох ты, красава, теневуха красава, мне нравится. Хм. Ладно, здесь победа. Но это была разминочка для меня. Это не показатель, еще раз говорю, ребят. Там еще, по-моему, да, можно один бой сделать. Так, робо-старейшина, нафиг она мне нужна. Так, еще, в принципе, можно сделать миссию. Это плохая идея. Ну-ка, давай посмотрим. Ага, зона взрывов. То, что нужно. Ну-кася, кто у нас тут? Сумасшедший Династ. Ага, с нунчаками, да? Ой. Это я так слегка задел. Жесть какая-то. Ты смотри-ка, брыкается еще. Дурила. Тихо. Блин, не увидел, пардончи. Сам виноват. Тут же у нас зона взрывов. Все, ребята, он отдыхает по полной программе. Ну что же, у нас раунд 2. Я думаю, что также идеально его пройдем. Все-таки уровень сложности легко. Поэтому без проблем запинаем этого сумасшедшего Династа. Иди сюда. Ух ты! Ну ничего себе, раздухарился-то, братюнь. Ты рамсульки-то не попутал, а, случаем-то?
Ой. Ой. Прям посральнику-то пол... Все, ребят, хана ему. Ладно, главное, что я эти задания прошел. Как бы уже проще. Ой, ну что, будем, наверное, завязывать или все-таки пойдем на дуэльку, а? Что скажете? Я вот, честно говоря, даже не знаю. Как бы и хотелось, вроде бы, в дуэльке, но я боюсь, я там люлей получу. Потому что оружие еще, как вам сказать, слабенькое. Но зато на дуэли можно было бы его протестить, как говорится, по полной программе. Или подождем, давайте подождем все-таки, наверное, 2 часа с вами, а? Оу, а что, на страже праздника все? Больше не будет ничего, да, ребят? Мне вот просто интересно, кого нам дадут? Ага, дубак. В теневой форме. Ой, это уже не шутки вам. Что он делает? Попадает в мою ловушку, дурила. Так, ну что, неплохо. Неплохо мы начали. Комочек, комочек. Как же я мог прозевать-то это дело? Ой, а, ты промахнулся? Блин, дурень. Иди сюда. Блин, да где же моя мина-то, эй? Ну, конечно, ага. Попался. Слушайте, ну, что я могу сказать вам? Пока вроде бы... Слушайте, в последнее время он превращается в комочек прям под носом. Раньше они это делали вот примерно на такой... Ой! На такой дистанции, ага. По-моему, кранты, да? По-моему, мне, ребят, кранты, все тут. Уже ничего мне не поможет. А может быть и поможет, хрен его знает. Ну, естественно, естественно. Я до него не достал, а он до меня спокойненько. Ожидаемо, да, как-то? Ладно, поехали. Раунд 2. Знаете, что самое главное? Что он в теневой форме. Он в любую секунду может применить свой теневой удар. В отличие от меня. У меня вот он накопился, блин. Ты достал уже, парнишка. Тебе не кажется, что ты приборзил? Ага, как же. Есть, погнали. Ох, вот отлично. Ребят, смотрите, серия ударов практически... Практически четверть хп отнимает у него. А вот это больно было. Блин, неужели проиграю, а? Так, поехали дальше. Ой, как по красоте-то я его наказал сейчас. Хм. Но теневой удар у меня кончился. И сейчас не знаю, что будет у нас. Пока 1-1. Ничья. Ладно, сконцентрировались. Иди сюда, дубак. Сразу же, представляешь, он сразу же применил теневой удар. Да, тут я лоханулся, конечно. Да ты достал-то уже, а? Смотри, ребят, он чувствует, что он может проиграть и начинает... Фу, повезло. Блин, да чтоб тебе. Так, давай. Да ёпарсеты, ну что ты, ну Рэй, ну... Сам ты, какая мина? Все, это хана. Он чисто за счет теневой энергии, ребят, меня выиграл. Хотя, секунду. Ой, ой. Как сейчас было смачно-то. Комок, комок. Ну, тут я сам виноват. Да. Слушай, ребят, ну, противник будет жесткий, я чувствую. Ну, будем пытаться.
Не, ребята, это на самом деле уже не шутки. Он просто меня уже в корень достал. Просто в корень достал. Он достал своим тень... Тихо, 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 тихо. Не надо вот это вот. Я знаю твои фокусы вот с комочком. Все, тихо. Только не теневой удар. Ну как же... А, нет, не попал, не попал. Это уже радует. Это уже радует, так что... Слушайте, ну я не знаю, как его... Если я подойду к нему вплотную, я боюсь, он меня сейчас звезданет. Ну, естественно, не так, так получи вот так. Блин, нет, он достанет меня. Давайте вот так его сейчас подловим. Попытаемся. Ну, ну, очухивайся. Ну, блин, не то. Нет, прозевакал я, ребята, свое счастье, по-моему. Опачки, роднуля, вот здесь ты был неправ. Вот здесь ты был неправ, такое не прощается. Тем более от Рея. Нет, не, не... Блин, началось. Так, тихо. Ну, естественно, ну как же без комочка-то, ё-моё, на-ка. Оп, секунду, ребята. Промазал я, промазал. А, и опять промазал? Блин, ну-ка. Есть, есть, ребята. Ну, добиваем. Ага, добей его сейчас вначале. Хрен тебе. Блин, снежок, а, снежок. Тихо, секунду, ловим, ловим. Я знаю, чего он боится. Неожиданности. Блин, я думал, пробью. Опачки. Ребят, ну вот, это был дубак собственной персоны. Фу, 2-1 в нашу пользу. Наконец-то я его уделал, наконец-то. Так, что нам достается? Перк «Теневое похищение» и шлем охранника. Ерунда какая-то на самом деле. Столько возни ради какой-то нелепости. Ну а на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. И главное, всех с наступающими праздниками. Ну а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.